Всем привет, вы на канале Макс Одесса. Привет, Макс. Привет, вы на канале Макс Одесса. Сегодня мы будем делать раскопки динозавров. Яичко, да? Да. Будем разбирать. А кто тебе помогает сегодня? Мама. Привет. Здравствуй, мама. И вот там... А кто еще помогает тебе? Папа, видео снимает. Правильно. Смотрите, там какой-то из них попадется динозаврик. Но там видно только одного. Вариант. Ну что, начинаем распаковывать? Давай. Так, открываем. О, вот аккуратно, само аккуратно, не спеши. Вот само это яйцо, так, это коробочку шубковое. Убирай, мама, в сторону. Это яйцо и что, и палочки для чего? Расскажи. Давай, что, мама, папа? Пока пусть раскрывает яйцо целлофан. А вот ты такая рис... палочка, так, какая-то, это... она ага, специально. И вот еще такая одна. Есть. А с другой стороны, они тоже у специальные, да? Такие... это можно вот так, типа, вот так, так делать. Так, теперь, наверное, бери, вот яйцо мама раскрыла. Теперь ставь его в специальную форму туда. Так, и начинает колупать, да? Угу. Потихонечку, не спеша. Она, может, наверное, убери форму, да, потому такая... что она продавливается что-то. Давай, мама, держи, может. Угу. Или как? Вот это долго, наверное. Сюда поближе поставьте на центр, вот, чтобы видно деткам было. Ой, хорошо. У меня руки вот в пыли. Это не пыль, это мел, оно внутри от получается, яйца. Да. Ракушняк какой-то. Это из гипса, да, яйцо? О, а, о. Это какой-то камень какой-то. Или песок. Ну, вы прямо, знаешь, такое ощущение, как по-настоящему, это, наверное, да, добываем? Да. Не так, что оно взяло, раскололось. Типа мы землю ломали. Действительно твердое, как будто мы действительно нашли где-то в глубине, в пещере, да? И копали. Помнишь, мы пошли с тобой в пещеру и искали там, и нашли яйцо динозавра. И вот сейчас мы должны посмотреть, есть ли там динозавр. Тихо! Останови! А, это ты рычишь, Макс? Ой, а мне показалось, я думал, уже детеныш там рычит. Или думаю, мама. На улице, по-моему, пришла мама и ищет яйцо по запаху. Давайте быстрее его. Давай быстрее, Максим, ты что? Потому что если сейчас придет мама и в окно к нам залезет, я говорю, если там еще вообще маленький динозавр и от него только скелетик? Не надо, нам надо живой, зачем же нам скелетик? Не знаю. Слушай, хорошо, мама придет, а если еще отец динозавр придет? Ой, я представляю, как пятиэтажный такой... дом. О, так, мама. Не, как шести. Смотри, Макс, мама поглубже ковырнула, мама... а, Макс? Потому что я в разных сторонах копаю. Ты везде хочешь успеть. Ой, вы все уже хорошо, мы постелили эту маме штучку, нужна, да? Маме нужна шахтёром. Смотри, маме пальцы не это. Она а мне не смотрит. Ты нажимай так сильно и отковыривай немножко. Так, а ну, мама, подожди. Вон, смотри, мама, чуть-чуть сейчас еще подковырнет, чтобы треснуло. Мы сейчас с мамой встретимся. Не, сейчас точно придет папа динозавр и мама динозавр и скажет. И бабушка, и бабушка динозавр. И дедушка, и дядя, и тетя. Все члены семьи, даже сестричка. Вот представьте, придет бабушка динозавр под окно, заглядывает к нам в окно. И она с такими очками и с такой причесочкой. В окно заглядывает к нам. И потом тихонечко так мизинчиком так стучит, мы открываем окно, она, дай ты яйцо, ужас какой-то. Ой. О, аж меня пульнули. Макс, аккуратно, чтобы рот закрывай, когда, о, у Макса и на кофте и кругом. Это раскопки, ничего себе вы устроили раскопки, вы уверены, что мы...
Если моя скатерть, дорогая, ототрется. А ну и что? Ну вот да, видео снимем. А, вам видео, а и мне... И динозавра увидеть. Если там кто? Алло, кто? Уже земля становится твердей и твердей. Ой, что-то я прям переживаю. Здесь? Ого, что-то уже так глубоко выкопали. Мама шахтером работает. Смотрите, посмотрите, детки. Стой, Максим, ковыряй. Еще нету. Еще никого нету. Я хочу просто его кинуть. А он сейчас почувствовал, что вы его выковыриваете, уполз на другую сторону яйца. Он с другой стороны, наверное. Я не хочу, чтобы такой... Смотрите, какой у нас уже стол стал. Вон. Хорошо, что мы скатером покрыли, а то весь дом бы был из яйца. Давай копай. Двойной яйцо. Помните, как поет песню Монатик? Вот. Давай копай! Сказал тебе, давай копай! А нет, он давай танцуй, да, поет? Да. Чуть-чуть не так. Не ну, а вы копайте. Он танцует, а вы копайте. Зато у него не будет своего динозавра, а у нас. Может, этот динозаврик очень маленький. А потом, когда. И из костей. А, когда. О, давайте потом его вырастим, и потом тогда уже нас пригласят на телевидение с большим динозавром. И всех съедят. А мы такие пришли, здравствуйте. Мы бесплатно будем у вас выступать. Все, как бесплатно? Мы говорим, ну только он вас потом скушает после передачи. На обед его привели. Что ж, там есть динозавр или нет? Прям, а может оно быть пустым? Не знаю. А ну попробуем кинуть. Ему это разломается. Не, ничего не видно еще. Не, еще не видно. А вы подожди. Не, Макс, ты сейчас еще эту скатерть. У меня уже покажи руки вот такие. Всем. О, белые руки. А вон вот... даже на брови у тебя белое. Как? Вот, стой, вон там. Настоящий археолог. Вот видите, вот это археолог, блин, так археолог. Мама вся... В этой извести или гипс, или мел, что это? А вот такое твердое яйцо. Вот придумали, да, повозиться детям. Ребенок сам бы и замучился вообще в год. И зайдите на канал Саши Киса, у него много разных видео. Да, у них тоже хорошие игрушки всегда, хорошие обзоры она делает. Просто напишите в поиске Саша Киса, да, и у нее очень интересные игрушки, красивые. Ну и не забывайте на наш канал подписаться. Да. Вот сейчас даже давайте остановимся на 2 секунды. Подожди, вот пока он не вылез, динозавр. Вот сейчас, детки, давайте, подпишитесь. Мы что-то нашли. Мы какую-то штуку твердую очень нашли. Давайте, если мы найдем динозавра, это кость. Вы все подпишитесь. Это кость. Какая-то вот штучка. Вот какая-то штучка. Это, наверное, да. Кость. А нет, что это я делал. Извините, я переволновался немножко. Я такой. Это лапка. Это лапка одна. А двигается? Да, ну подожди сейчас. Давайте, уже на телефоне зарядка кончается, ребят. Давай танцуй. Давай быстрей. Давай избавиться. Да ну, Макс, дай маму быстрее, потому что. Мама его оторвет. О. А что он тут спрятался? Чем мы начали там копать? А вот так нам подфартило специально, что. Что, уже видно, что? Ну вот лапа. Где? Вот. Вот, что. А, вот, вот, видите, вон Макс показал лапу. Вот, да. О, лапа торчит, ёперный театр. А где штора? О, может, он одноногий, восьмихвост. Мама, наверное, вот эта часть, это там была, наверное, его лапа. Нога, и мама поломала. Не, не было там ноги. Одноногий, восьмихвост. Он ее где-то сложил. Он, представьте, он все вот так. Смотрите, сколько уже, заодно мы ремонт, наверное, сделаем, да, побелку сделаем. После вот этого гипсом. О, давайте мы дадим этим, как его, который дом строит, они сделают еще крепкий дыну, и у нас будет самый теплый дом. Еще дополнительно. А, из этой штуки мы сделаем дополнительно. Утеплим себе квартиру, да? У нас тепло, Макс, квартира. О, лапа, да. Вот. О, смотрите. Вот. Я ждала вообще в другом месте. Я тоже. Он их сложил в кучку. Подожди, Макс. Макс, давай, подожди чуть-чуть.
тело не повредили. У меня уже на ногтях уже. Вот и еды. Что-то его так скрючило тут. Как-то долго открывается. О, у него худенькие ножки. Покажи. О, стой. Бегут мам. Худенькие ножки по дорожке. Вот ой, они, ножки хвост, торчат. Мам. О, покажи. давай, мам. Давай. Только плащ, только не отломайте. Вау, вот он. О, вон хвостик. Покажи. Это вот, кажется, видите, вот такой. Да, хвостик. О, мам, я аккуратнее. Хочу. О, покажи. Вот, смотрите, видно. Вот уже пошел скелетик. Давай, Макс. Подожди. А где же его башка? Башка вот а ну, это, стой, аккуратно там, а то главное башка. А он прорезиненький. Все равно, ты думаешь, не отломается, ну что, залито этим гипсом. Гипсокартоном? Ой, это тело, кажется. Да я сам. Ребрышко. Мама, ну тут сложно. Ну я буду шахтером. Прикольно, да? Да. Такие мы... прямо замурованы. Я... Может, это настоящий динозавр даже. Представляешь? Только скелет. Да, получается, мы его не сможем выкормить? Не знаю. Ну, а как ты он его? Он худенький. Видно, что он худенький. Значит, худенький. Это скелет. А чем, Максим, питаются динозавры? Подскажи, детка. Ну, а травяные динозавры травой, а злые хищники чем-то мяском хищники. Хищники мяском? Да. Например, мяско Максим. Да. Мяско папа. Ну, мяско папа, наверное, было бы. О, да, мяско папа побольше, да. Раз поел и наелся. Да. И не забудь. А мяско мама. А мама тоненькая. Ну, у мамы вот тут скелетик. Он такой худенький, что ему сейчас, конечно, папой можно и подавиться. А вот мяско Максим он бы съел, наверное. Не, я его этой палкой бы бил. Вот так. И взял свою рысь и побил. О, сбегай, покажи деткам рысь. Пока мама тут. Только аккуратно. Ну что, руки за... Что там? Что там? О! Аккуратней. Вот она, моя рысь. О, выпал. Стой. Вот, покажи, Макс, рысь. Это его голова? Ниже, мам. Не, еще не. Смотрите. Стой. Вот рыся пришла посмотреть, что мы тут отрыли. Рыся а уже что это такое? Не, это еще это не все. Мама. А, я думаю, что это? Думаю, это не динозавр, это мамочка, какой-то... дай я сам... О, сейчас. Дай, Макс. Я буду тогда это копать. А думаешь, там еще один есть? Ну да. А ну, давай сюда его положи, чтобы его видно было хорошо. Вот так вот. Ну, интересно, что это за динозавр? Ну, такой нарисован. Покажи. Вот он. Ну, посмотри. Стой, Макс, я же его пытаюсь. А, ну да, у нас стоячий. Такой, у него какая-то нога поломана. Покажи, какой. А вот этот, да? Угу. Вот этот. Вот он лежит, смотрите, прям скелетик тут такой. Я лицо пытаюсь копать. Вот он, вот еще такой что-то вот. Найдем. Видите, такой ужасный динозавр. Детки, а теперь, как... мы обещали вам, мы нашли динозавра, а теперь вы должны подписаться на наш канал, потому что мы будем еще много всяких интересных видео снимать. Правда, Максим? Да. Подписаться и поставить колокольчик. Где, Максим, его надо поставить? Под видео. Колокольчик, чтобы когда мы новое видео... Опять руки запачкал. Новое видео, когда снимем, то сразу вам придет оповещение. Давай, Максим, прощайся. Всем пока. Я буду пока раскапывать. Вдруг еще кого-то найду. Ну, если вдруг еще кого-то найдешь, снимем еще одно. Сразу. Всем пока. Пока. Эй, бро, не скупись. Поставь лайк и подпишись.